Международное криптовалютное информационное агентство CoinIDL ставит рекорд в 5100 ежедневных просмотров. CoinIDL опубликовали свою первую статью 2 июля 2016 года. Глава CoinIDL Георгий Гор также был одним из лидеров CoinTelegraph, еще одной известной медиаплощадки о криптовалютах в 2013 году. Главной миссией агентства является формирование и информирование финтех и криптосообщества нового поколения.